Детская площадка. Две девочки качаются на качелях и ведут неторопливую светскую беседу. «Что-то давно никакого праздника не было», – задумчиво говорит одна. «Жалко». «Мне не жалко», – говорит вторая. «Ты праздники не любишь?» «Люблю очень. У меня их полно. Каждый день праздник». «Не может быть». «Может, мы празднуем дня рождения». «День рождения, ты хотела сказать?» «Дни рождения мы тоже празднуем, но редко, только раз в год. А дня рождения каждый день. Мой папа этот праздник выдумал». «И как вы его празднуете?» «Очень просто. Папа будет утром меня и маму. Мы все бежим на кухню, берем стаканы с водой, и папа говорит тост». «Отличный день сегодня родился. Нам с ним очень повезло. За новый день!» И мы пьем воду, едим мед и поем какую-нибудь песню. «А если день плохим получится?» «Так раньше и было. А как только мы стали отмечать этот праздник, почти все дни или хорошие, или очень хорошие. Редко-редко что-то не очень хорошее происходит». «Почему же тогда у других людей такого праздника нет?» «Папа сказал, что этот праздник есть у всех, только не все его замечают. Многие просто забыли об этом празднике. Если хочешь, приходи в субботу к нам. Переночуешь, а утром вместе с нами попразднуешь».